Народ, привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах, или Дзен-канал «Убежала в Эмираты». Мы на кухне, мы уже дома, мы в Украине, мы в Киеве. Ну, точнее, мы дома у моих друзей. Вот, Наташа, помаши. Я уже помахала. Мне работа помахала. Смотрите, какие у нас яркие, шикарные, свежие овощи. Просто в Эмиратах редко такое можно достать и по хорошей, адекватной цене. Наташа, что мы сейчас сделаем? Весенний салат? Что весенний? Сейчас лето, да? Летний салатик. Скажи, футболочку, такая футболочка у тебя прям вот, прям в путешествие. А где мы купили? В Таиланде. Точно. Сейчас прям путешествовать начнем. Я прошу обратить магнитики, покажу вам, кто коллекционирует. А я, как я это люблю все, как я это люблю. Это вот мы из Праги привезли, желтенькие из Индии, дальше масочку со Шри-Ланки. Просто прям находить акрит. Мои подарки. Ой, наших магнитов. Точно. Это Крит, да, с Греции. Это со Стамбула. Ага, так, из Хорватии тоже. И Акуна Матата из Танзании. Мы были на Занзибаре. Вот наш дубайский. Индия. А это Голливуд. Я привезла из Америки. Этот из Испании мы привезли. Ух, так ничего, так я скажу. Нехило мы заняли. Да, мы это заняли место. Из Грузии. Точно тоже мы привезли. Дальше из Македонии тоже наш магнит. Да, ой, индийский, как затерся. Вообще класс. Почему как? Мои друзья смеются. Это терли, наверное, это. Из Албании мы привезли. Ладно, это секрет раскрывает. Секрет. Из Албании, из Вьетнама, снова из Греции. Что я как-то вот тут кругами. А вот Бали. Не, вот Бали. А это сейчас давай идем. Там из Таиланда привезли, этот с Дубая снова. Что-то друзья тебя очень любят, да? Да, да, молодцы, все цепляют на холодильник, не выкидывают, спасибо, народ. С Бали, снова со Шри-Ланки. Куала-Лумпур, только наши магниты с Гонконга и Мостар, это Босния. Ух ты! А, вот еще из Сингапура мы привезли такой магнит прикольный, сингапурский слинг, самый там популярный коктейль, как его готовить. Это вообще круто. А ну, рецепт прочтешь, нет? А давай ты прочтешь, а то я уже показывала другие магниты. Куантро 7,5 миллилитров. Так, 30 миллилитров джина, 7,5 куантро. Я ж не вижу, что ты делаешь. Давай читай через камеру. 10 миллилитров чего? Гренадина. 120 сока пинепу, как он. Ананасного сока. 15 через вишневого бренди. Ого. Дальше 7,5 какой-то Дон Бенедикт. Тоже, наверное, это настойка. Дальше ананас и вишня и... Что-то написано, короче, я в ангустура вам переведу, что это такое, я не понимаю, что это. Горькая настойка ангустура. Вот, это... Сейчас мы готовим весенний салат, как вы понимаете, называется нарезать все овощи, что у нас есть, да, Наташа? А ну, да. Показывай, что у нас есть. Перчик желтый, огурчик зеленый, помидорчик лучок, красный. Лучок, видно? А! Помидор, сейчас я его помою. Помидор просто убегает куда-то. Сейчас я его... Посмотри, он не красный, он розовый. Смотри. Розовый помидор. Ах, красота! А почем помидоры? По 40 гривен килограмм. Ого! 40 гривен, это полтора доллара. А что так дешево? 40 гривен. А сколько это в деньгах? 40, ну, сколько это в деньгах? Полтора доллара. Ну, в принципе, нормально. Так, что у нас? Нарезаем салат. Мы нарезаем что? Перчик. Нарезаем средненько. Да, не как ты в табуле просто аж крошила все. Помидорчик мы нарезаем. Папа любит побольше. Так, помидорчик вот так вот нарезаем. Тоже, даже крупненький, я бы сказала. Да, тут главное помидорчик. Ну, дай помидор попробую. Смотри, что делать? Это помидор. Это супер помидор. А, кстати, я вчера, когда была в магазине, а так я тоже, между прочим, удивилась. Ну, как удивилась? Наташа цен немножко офигела. Ну, да. На самом деле, когда переводишь, в принципе... В принципе, адекватная цена. Она купила, ну, как адекватная? 5 вещей за 320 гривен. Это оказалось всего лишь 12 долларов и 43 дирхама. То есть, да, она сказала, две чашки кофе. Ну, как? Там, да, был дезодорант, огурцы, колбаса московская, сырок и рис. Самая дорогая, наверное, колбаса, да, это было. Так, и огурчиком, да, значит... Покрупнее помидорчик, посреднее перчик, огурчики помельче, но не как в табуле. И дальше я так чувствую, что будет резание лука и мяты, да? Какой мяты? Петрушка. Это что такое? Петрушка? Мята. Да, короче. Но я не отличаю особо эти травы, поэтому прошу меня простить.
Знаете, салат уже, мне кажется, получился. Я не знаю. Да, не говори. Мне кажется, салат довольно-таки уже вкусный. Можно... Можно есть, да? А мы не будем это вот добавлять? Что это такое вкусное? Это суккулент какой-то красивый. Красивое растение какое-то, обложенное ракушками. Ну да, чтобы это влагу держало. Так, лучок дальше у нас. Свежий. А почем свежий лучок? Не знаю. Не знаю. В общем, цены пока мы вам не озвучим. Ну, точно вам скажу, что намного дешевле, чем в Эмиратах. А сейчас узнаем. Лук-то это... Думаешь? Думаешь, дороже? А, там у нас был пучочек такой хороший, 95 филсиков. Да. Дирхам, ты что? Там можно было на доллар 3,5 пучка купить. По 10 гривен пучок. А это и то каждый пучок, да? 10. Что ты шепчешь? Как луком пахнет прекрасно. Хорошо, помидорчики были 40, а перчики и огурчики почем? Не помнишь? Перец 125 килограмм. 125? Да. Ну это желтый, он всегда дорогой. Огурчики 15 килограмм домашний. О, шикарно. А помидоры по 40. По 40. Вот огурцы это сколько еще раз? 40. 40. 40. А, 40. Нет, огурцы по 15. Но огурцы это по 15. Как это по главному? Привезли домой. Вот, представляете, такие цены. Да. Сейчас я вам все напишу в субтитрах долларах, но, конечно, здесь дешевле, чем в Эмиратах. От 20 до 30. Огурцы? Ну, вчера наши друзья видео снимают с них, это не стесняются, но вообще они очень просто знаменитые личности, и мы не можем раскрывать, кто они такие. А облюрить как лицо Виталика, ой, прости, Виталик, на ифтар вечере я не хочу. Точнее, не на ифтаре, мы были... На ифтаре. Ну, видео называлось не ифтар, видео называлось «Секретный ужин», и там уже блюрила лица, поэтому ладно. Сейчас переведу. А, да. Хорошо, хорошо. А сюда не резать? Резать. Ну, картошку сюда еще идите порезать? Нет, на картошку. У нас еще будет картошка. Еще будет картошка. Ну, вообще, просто мы приехали к друзьям, и тут просто вообще пир для желудка. Да. Смотри, Оля, там еще против... А что мы стол не сняли? Боже, люди-то... Потому что я опоздала по непонятной причине, и почему-то люди хотели есть уже. Не, подожди. Не надо, не выпускай. Так, это у нас что? Расскажи, пожалуйста. Это мясо по-французски. Расскажи, как делается? Это биток свиной. Биток свиной или отрико? Отрико. Ага. Отрико тут маринуется в чесноке и в соевом соусе. Сверху кладутся помидоры без шкурки. Ух ты, класс. А сверху кладется сыр и запекается. Вот а так по вот. Сколько по времени сколько? До сих пор. С 3 часов. Кто узнал голос этого знаменитого человека, пишите в комментах, кто это. Как вы думаете, кто это рассказывает нам? Ну, в принципе, минут 40. У меня есть время, это пока не надоест, а у Полины до сих пор. И Оля сходит с ума от этого времени. Говорит, сколько минут? Пока мне не надоест, говорит, до сих пор. Уже часа 3, да? Медленно могли это не... Ну да, наверное. Вот ну у Наташки, кстати, синячок, сами знаете, от укольчика, от второй дозы. Вот от первой дозы ничего не было, от второй остался такой синячок. Ну, все видео, когда мы, как мы летели, как мы получали вакцину, как мы опаздывали уже на все рейсы. Ну, шучу, конечно, как мы их переносили. Если бы мы опаздывали, было бы намного хуже. Вот я оставлю вам в описании под видео. Посмотрите, поддержите лайком и комментом. Так что, по-моему, ты салат забросала, мне его не видно уже. Ну, цвета просто фантастические. Много зелени, и красный, и желтый. Так ты много уже почистила, да? Ну, давай уже, я так уже поняла, что мы показали приготовление летнего салата. Ну, все основные ингредиенты, да. В принципе, когда я показала ингредиенты, можно было догадаться, что мы просто их порежем и кинем в салат. Вот. Ну, спасибо, что вы... смотрели, что были с нами. Не уходите еще, мы покажем на выходе мы покажем готовое блюдо. Наташа, улыбнись я в камеру. Скажи, мы еще кофе будем модный делать. Все, да. Еще покажем модный кофе, это вообще будет все, не уходите. Возвращаемся в студию. Так, посолить салатик. Не знаю, наверное, больше не буду. Наверное, так, что у нас тут щедрый доллар? Олея солнечникова. Подсолнечник. Да. Цену мы не знаем. А, даже, поэтому, кстати, не знаю. Кто знает, напишите в комментах, нам будет приятно. Ого, так щедро. Ну, щедрый дар. Щедро Наташа полила. Так, и перемешивать, но только немножко, да? Пахнет
свежестью пахнет. У нас, я сразу скажу, не в пользу в Эмиратах, у нас там такого вообще не пахнет. Так вот свежий, ну нет такого. Ну, даже если есть, то оно стоит, конечно. Да, то стоят эти овощи просто запредельные цены. Им как-то, ну, не видим смысла покупать. Такие миллионы какие-то просто. Боже, как пахнет. Ох, да, он пахнет, знаете, вот такой вот весной, когда уже солнышко так вышло, пригрело. Ты такой думаешь, будет лето, и скоро будет все хорошо. Море, и все будет хорошо, да. Вот это его перемешиваешь так аж... Смачно, прекрасно, красиво. Ну, я тоже такого... больше не буду перемешивать, чтобы это хорошо. Не потек сильно. Значит, да? Еще антрикотик попробуешь, или я попробую, что мы уже так... Ну, сейчас мы спросим у хозяйки. Можно, да, надо спросить, но я думаю, что никто не откажет. Все равно сейчас все это будет уже стоять на столе. Давай ты. Ну, сейчас. На соль. Пересолила? Я сейчас все съем. Не. Боже, какой помидор. Все, ты в восторге. А это Боже, прекрасный вкусный салат. Так, сейчас надо переходить к антрикотикам. Да. Достаем свининку. Так, какой кусочек взять? Вот этот? Да, самый любой первый. Бери. Ух, тяжелый. Ой, а пахнет. Вот этот пахнет. Да, скажу сразу, в Эмиратах, в мусульманской стране, не так просто достать свинину. Можно достать, но не так просто. О, шикардос. Давай сюда вот. Так. Так, давай я попробую. Да, сейчас, ну тогда давай. Сама ты, давай. Давай я попробую. Давай. Да, и так просто достать, ну, можно. Конечно, знаю, в магазине, там будет, знаете, там будет бразильская замороженная такая свининка. Вкусная, но не то. Смотрите, это просто шедевр. Сырок, помидорчики, свининка. Давайте, я почмакаю вам на камеру. Какая она мягкая. Мягкая? Ёлки-палки. Как года. Давно я тебя ждала, да? 52 года. Это была она. Самая лучшая в мире свинья, я чувствую. Не зря пострадала животное. Да. Но это очень вкусно, рекомендуем. Я даже не знаю, какая это часть. Какая это часть? Это либо антрикот, либо... Антрикот, мы же говорили. Биток, либо антрикот. Антрикот это где? Ага. Антрикот. Это самое, только свинья. Только с жиром. А, понятно. Большое спасибо хозяевам, это просто круто. Это... Хорошо мы зашли, да? Да, ну хорошо зашли в гости. Потому красиво. Что... Во-первых, это красиво. Покажем, как крутой кофеёк готовится, да? Ну, посмотрим, посмотрим. Под сумерки. Потому что сейчас жарко, да. Так, салатик. Боже, какие цвета. Угу. Свининка. А что там? Ну и, конечно же, какое веселье без картошки. Молодой. Кстати, молодая картошка. А сейчас это июль. И чё? Шикарно. Боже мой. Ну, такое мы в Эмиратах точно не пробовали. Он как раз... Нет, если... Нарезали укропчик. Сейчас будет с двух рук сыпать, будем сыпать. Двух рук. Сеем, сеем, посеваем. С картофаном поздравляем. Какой класс. Божественно. Народ, ребята, вообще, приятного очень аппетита. Вкусно. Всем приятного аппетита. Желаю всем вкусно кушать. Мясо, теперь будем мясо укладывать. Накладываем мяско. Снимаешь? Да. Да, если такое вот блюдо внести, конечно, любой человек забалдеет сразу. От одного вида, да? От одного вида. Ну, просто я вам передать не могу, как оно вот пахнет. Это вообще, плюс мясо вообще очень вкусная вещь. Ну и, конечно, свинина для нас это самый лучший вкусный деликатес. Так, ну что, у нас, конечно, уже у всех текут слюнки. И гости уже требуют банкета. В общем, отправляемся кушать. И вам тоже всем приятного аппетита. Так, ну что, возвращаемся к красивому кофе. Обожаю кофейные машинки. У меня, к сожалению, нет пока. Наверное, я выберу Flat White. Будем Flat White делать. Что надо готовить? Нажать кнопочку? Ага, тут специально сейчас бокальчик будет.
Здесь стоит какая-то чашечка синенькая. Ее убирать? Не убирать, понял. Пусть стоит. Так, это что, фильтр какой-то подключается? Молочко. Прям бариста. Ух ты. Просто включить flat white, ага. Это капсулы какие-то специальные заряжать или просто лежит уже кофе? Кофе уже лежит. Интересно. Мне так близко домашней машинки я не видела, честно. Дома заварила френч-пресс или просто кофе насыпала, хороший кофе, натуральный, и залила. У нас, по-моему, flat white в Эмиратах точно один из самых дорогих кофеев. Стоит 25 дирхам за чашечку. Все, готово? Ага, не готово еще, понятно. Ждем-с. Значит, он молоко будет отсасывать отсюда. Ёлки-палки. Магия творится, магия. Ага, тут еще время показывается. Пожалуйста, все уже готово? Прекрасно. Видите, какой шикардосненький кофе. Сейчас мы возьмем чашечку, да, посмотрим. О, класс еще. Чашка такая. Ну все, всем приятного кофеепития. Ну вот, мы добрались до тортиков, обещали вам. Три встречи. Да, три встречи и от шефа чизкейк. Ну сейчас посмотрим, что это такое. Скрываемся, господа. Вау. Ух ты, так, что у нас здесь? Что мы думаем? Бисквит, наверное, орешки, шоколад, какао. Орешки. Орешки этот грецкий орех, да? Давай порежем, посмотрим, что там. Что у нас так здесь? А как мы порежем, надо же выложить куда-то. Так, и у нас тут поиск тарелки. Все, как режется хорошо, Миша, такой мягенький. Да говори, Мишка, не бойся. Да тут у нас большая компания, но никто не хочет попасть в эфир. Вот так вот. Все у нас такие скромные люди. Наташа, хочешь сейчас? Наташа будет. Он с маком. Вкусный торт. Вот это да, друзья мои. Вот мака в Эмиратах нам точно не достать. Поэтому Наташа сейчас его, да, он запрещен вообще в Эмиратах. Мак, да. Ух ты, ух ты, ух ты. Это печенька Орео? Да. Нет, это что-то круче. Ну, похоже, смотри, черная и белая. Печенька Орео. Это оно. Обалдеть. Что ты пьешь? Чизкейк вид шефа. Чизкейк от шефа переводится. Так, что у нас здесь? Это латте? Ну и что? Сейчас между печеньками разрежу, будет кусочек красивый. Ну, любуемся тортами. Кто у нас гурман? Пишите в комментах. Не, макьято есть. Свежайший просто. О, макьято, смотри, оно отличается. Ну, Наташа сейчас пытается приготовить. Ох, это точно Орео. Орео, тортик Орео. А по цене, не помнишь, сколько стоило? 280. Это 280, так, смотрите, в комментах, это 10 долларов где-то. Где-то по 10 долларов, чуть больше, каждый тортик. Все, друзья мои, будем наслаждаться сейчас. Наташа, наверное, сейчас будет дегустировать. Так, ну Наташа в шикарных штанах из Эмиратов. Жарко, правда, ну. А мне не жарко. Не жарко мне, да? Ну, давай. А что ж ты мне ложку не дала? Ну ладно. Так, как это? Первый этот? Да, давай. От шефа? Так, давай печенье. Держи потом ложку. Мишка, не пей. О, куда я? Андрюшка. Это не Орео. Не Орео, да? Ну, это что-то мягенькое. Ага, так, говори. Лимон я не брала. А, извините. Так, печенька не очень, да? Ну, ничего. Давай сам торт, бисквит. Так. Нутро тортика. Смотри, черное внизу, что-то белое и что-то коричневое. Не знаю. Ну, давай. Блин, вы же изучали, холодильник. Полина с сервиса говорит, блин, вы же изучали холодильник. Мы просто его подпоказали. Я не помню, где был лимон на руках. Кто помнит, пишите в комментах. Честно? Вообще нормальный. Лимон. Обычно, даже. А, ну, Михаил пишет, стоит сзади, вот, говорит, нет. Ну, что ты скажешь? Ну, как, не то, не да? Короче, не стоит тратить денег, правильно? На 290. Вот, ничего, так себе, выглядит просто смачненько, вкусно, давай. Он выглядит, он... С маком. В нем нет,
нет изюминки, реально как нету ни сладости, нет ни кислинки, нет ничего, да, чтобы короче, захотелось еще. Без шефа, купить. Изюмом посыпьте, да. И будет вам нет, счастье. Нет, тебе лимон, так. Будьте кислинка. О, спасибо. Лимон классный. Так, ну давай. Так, второй тортик. И... Ну, ем целый кусок. Давай. А я извиняюсь, что ты мне не сделала? Это что такое было? Класс. А этот классный, да? А ну, опиши вкус, что у нас здесь. А здесь три слоя. Смотри, есть белый, коричневый, значит, бисквит и какой-то вот почему зеленоватый. Почему три, смотри. Ну, тут два бисквита, раз. Смотри, крем, потом бисквит, потом коричневый, потом опять бисквит. Ну, бисквит. Потом белый с маком и крем. Это белый, но тут зеленоватый. Но вообще... Не приторный. Вкус немножко мака есть, кислинка. Сладенький, идеальный десерт. Все, идеальный десерт, народ. Приезжайте в Украину в гости и покупайте вот такой вот идеальный десерт. Называется «Три встречи», «Три зустречи». А флэт вайт, подожди, дай я об этом. Флэт вайт, а делает это БКК. Это фукма. Ага, да, торт делает БКК. И флэт вайт шикарный. Флэт вайт, Полина, не, Мишка делает. И Мишка делает флэт вайт, да. Меня опозорили. Чего? В рюмку налили тебе кофе? Ну и заканчиваем мы наш прекрасный вечер таким прекрасным закатом. Смотрите. Боже, какая красота. Посмотри, стрижи летают. Видно их? Не знаю. Вроде видно. Ох, красота. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.